Сегодня команда потерпела очередное поражение. Причины, как я понимаю, все те же? Нет, сегодня более-менее. Мы играли в какую-то игру. Четыре человека сломались. Перед игрой предупреждали, что Анжи это навязывают хорошее единоборство, хорошо борются, что и показали. Но я считаю, что вот именно то, что мы с вами все время говорим после каждой игры, характер. Мы играем дома, но почему-то они приехали, Анжи, и были наглее нас намного, чем мы. Хотя мы играли дома. У нас четверо сломанных, а у них никого. Как вот? Надо задать вопрос опять это, к ребятам. Я как бы еще раз говорю, мы, когда были с мячом, что-то более-менее пытались создать. Но у нас не хватает интеллекта впереди и разумных действий, выбора правильных решений, ну и техническое мастерство. То есть все то, что вот, я вам говорю. Практически игра была равная. Мы больше владели мячом, пытались создавать, но тактика игры это Анжи, она что там мы играли, что здесь от обороны играют, на быстрых контратаках пытаются играть. И у них это получается, это приносит им результат. Еще раз повторюсь, сегодня, когда были с мячом, более-менее играли в свою игру. Но без мяча, когда надо было в единоборствах не уступить, мы практически уступили во всех единоборствах. Череда неудачных поединков привела к тому, что команда оказалась на последнем месте. На ребят это как-то действует угнетающе? Ой, я не знаю. Понимаете, мы уже пытались и с пряником, и не знаю, и с ремнем к ним подходить, и так, и сяк. Я вам еще раз повторюсь то, что я сказал после той игры, когда мы проиграли Локомотиву, когда мы проиграли... Сейчас вот проиграли мы на выезде. Было сказано, что полкоманды будем менять. Потому что так дело дальше не пойдет. То, что происходит у нас в команде, у нас такого не было никогда, ну хотя бы как в ближайшие лет 5. Сейчас именно подобралась компания такая, которая, ну, уступать во всем, такого раньше не было. Раньше все равно где-то в серединке таблицы мы были. Даже сейчас вот взять сезон тот, который закончился в мае, да, но мы имели все шансы бороться за четверку. Ну, в конце начали там проигрывать, да, но мы заняли 9-е место, могли быть 5-ми, 4-ми. В этом году на последнем месте такого еще не было. Это, видимо, скорее всего, уровень наших ребят, и поэтому, еще раз говорю, мы будем команду обновлять и строить коллектив боеспособный. То есть, получается, в оставшихся 3 играх этого года игроки должны доказать, что они вправе занимать это место, да, вот в команде? Ну, это так всегда говорят, да, что это вот игрок должен сыграть первую и последнюю игру, чтобы показать себя. Им давно было сказано, что, ребят, так тоже дело не пойдет, осталось 3 игры, и все зависит как бы от вас, кто останется в команде, кто нет. То есть, они уже предупреждены, что изменения в команде будут, это обязательно. Терпеть это и быть на последнем месте, я, по крайней мере, себе этого не позволю. Потому что я не привык быть на последнем месте. Это, это просто, это для меня это нонсенс. И это, еще раз скажу, будем команду менять.